Военнослужащие из Карачаево-Черкесии достойно несут службу, обеспечивая безопасность страны. Уроженец из аула Инжичуку Набазинского района Тахир Агирбов выполняет боевые задачи СВО в составе специального отряда «Ахмат». С ним встретился Али Баташев. Для меня больше важно то, как мы выполняем свою работу. А награды это, ну, дали хорошо, скажем так. Но когда дают, естественно, эта гордость переполняется. Медаль за отвагу, орден «Ахмат» спецназ и другие награды, полученные за мужество и заслуги в боевых действиях в ходе СВО. Тахир служит в разведке в составе спецотряда «Ахмат» с начала спецоперации. Попал я туда добровольно. Я не смог смотреть на все, что происходит на Украине спокойно. Пришел добровольно, получил. Отобрали в гудермесе. У нас тогда был жесткий отбор, это было 28 апреля 22 года. 4 мая вывезли. Ребята все, как одна семья, несмотря ни на религию, ни на возраст, ни на то, какой ты национальности, вообще абсолютно. Одна большая семья. Находясь в отпуске, Тахир старается больше времени уделять своим детям, Кариму и Диане, которые всегда ждут папу домой и гордятся им. Кстати, дед героя, рядовой Чекер Агачев, в годы Великой Отечественной войны воевал с фашистами. Спустя годы история повторяется. Я очень сильно горжусь своим отцом, его поступком, естественно, пойти добровольцем. И как сын скажу, что я сильно переживаю за него все равно, когда он находится там. Иногда хочется поскорее, чтобы у него наладилась связь, чтобы ему можно было позвонить. Но он это делает быстрее. В самые трудные минуты ты вспоминаешь свою семью. В первую очередь. И вспоминаешь то, зачем ты вообще там находишься. Это и дает тебе сил, дает тебе возможность двигаться вперед. Родина – это то первое, из-за чего мы туда пошли. И, естественно, за наше будущее, чтобы наши дети не переживали и не думали о том, смотреть на небо с улыбкой или чего-то бояться. Тахир верит в победу России и собирается сделать все возможное для ее наступления. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.